Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня я покажу мод на оружие для Майнкрафта Pack-Station. После установки данного мода в нашей игре появляется дающее оружие, которое вы можете использовать против мобов. Что ж, первое оружие, которое стреляет взрывными жителями. После того, как приземляется житель на землю, он просто-напросто в прямом смысле взрывается. Дальше идет рандомное оружие, которое спаунит нам башни из разноцветной шерсти. Что ж, улетает овечка и спаунит нам вот такие рандомные шерсти. Также оружие есть АИМ, с помощью которого сможете прицелиться. Это у нас воздушный меч, и при касании моба ваш моб подлетает и резко ударяется в землю, и получает довольно сильный урон. И от этого урона даже умрет свинозомби, в том числе и вот эта бедная коровка, которая сейчас на наших глазах умерла, бедная коровка. Это у нас черный меч, который призывает на помощника, но, к сожалению, он у меня сейчас не работает. Дальше идет меч. Куриный меч, который действует только на курицах. Но будьте осторожней, меч очень сильный. И когда вы применяете его против этой курицы, то курица начинает летать. И будьте очень осторожней, потому что при приземлении она... Бах! Она взрывается, да, и вправду она взрывается. Это у нас такая маленькая пушка, которая на своем пути ломает все блоки, да. Очень прикольная пушка, которую можно использовать, я не знаю, когда вы разрушаете блоки. Это у нас ледяной меч, и когда вы стукаете им моба, ваш моб просто-напросто превращается в настоящий лед. Ну, этот моб может там с каким-то шансом выжить, то есть он все же может выжить. Это у нас лавовый меч, и когда вы бьете моба, рядом с ним появляется настоящая лава, которая его поглощает свой огонь, и моб довольно быстро скоростью умирает. Также в этом моде есть и бомбы, которые сейчас я вам покажу. Что ж, свинка, тебе лучше бежать, но бежать она не может, потому что ее остановил вот этот меч. Что ж, как я сказал, здесь есть бомбы, которые вы можете использовать также против этих мобов. Во-первых, моб – бомба, которая спавнит после взрыва очень много разных оцелотов. Вторая бомба спавнит очень много разного огня. Да, это просто жесть. Это просто жесть, которая творится сейчас на ваших экранах. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.